Мерхаба, достлар. Селям алейкум, аркадашлар. Сызны яйнымызда көрмеге пек мемнунмыз. Достлар, ел соңа келе ета. Оның үшін біз бүгінке эфирімізні нетижелерге бағышлажамыз. Яны яйнымызда олып кечкен левхаларыны, ве рубрикаларыны хатырлажақмыз. Оның үшін бізні бүгін чеберілчіклер ве луғачық рубрикаларымыз беклей. Яты үшін жетарсыны ұныттық. Бақамыз. Я беру. Заказала себе куклу, шоколад, чтобы много было. Бабака. Бабака Бельгели. Главное, мне должен быть Вашка, потому что он старший. Папа, мама, потому что они большие. Папа, нас. Чинки училища, и ахчихазана, и базна баха. Взрослые не всегда правы. Они не ведут в аквапарке, море, судах, Новофедоровку. Взрослые всегда правы, потому что они большие и сильные. Я бы наколдовала себе много игрушек. Я бы наколдовала себе много игрушек и машинок. Построю новый садик. Мирахлы, Алия, я сен түшінде тарсы рубрикасына балаларға насыл суал берер едім? Суалерім чоқ, нені сұрамаға бүлмейім. Бірінші ақылына келген фікірні айт. Мен балалар севген айванчықлар ақта әшітмеге істейім. Бізде бұл мезуна Мирахлы рубрика бар. Бекім сейрі дейік. Бүгін ненім елім құлақлы айванчықларға алып келді. Эбек дұслар, біз қоянлар ақта атайжамыз. Демек башлаймыз. Коянлар баларына юла ясамақ үчін ойс чекіні юлға әкен. Бек федекер аналар. Мера балар, бүгін біз хүшчіқлар ақында білмеге тәкліп етеміз. Папаханлар, бұл хүшчіқланы әркез әвіне алмаға арзу еті. Ама олар ақында не білі екеніміз? Копичіклеріні ән чоқ қайда севгеніні білесіз мі? Бұл Италия мемлекеті екен. Шындайки вахытта есе, бұл мақлюқлар севімлі әф айванчықлары олалар. Бұл рубриканы бек бегенем. Ажыба, әпісі балалар оны севе екенер мұл? Мен білесем әркез бегене, чүнке айванчықлар бек мүлейім. Бізді дабы рубрикамыз бар, анда да мүлейім шейчіклер әпалар. Унуттым. Бұл насыл рубрика? А, чеберілчіклеріміз! Бүгін біз ұстамыз мен декупаж техникасына ойы ұғрені жеміз. Виктория, селям алейкум! Здравствуйте! Сегодня мы будем декорировать обычный деревянный поднос техники декупаж. Декупаж – это техника имитации росписи с помощью наклеивания изображений. На первом этапе оформим бортики подноса, покроем их водной морилкой, плоской синтетической кистью. Для декупажа нам нужна белая поверхность, поэтому дно подноса покрываем белым акриловым грунтом.
выберем мотив для нашего подноса. Чтобы наклеить изображение, нужно декупажную карту смочить водой, покрыть клеем, нанести клей на дно подноса. Делать это нужно оперативно, чтобы клей не успел высохнуть. Сверху карту разравниваем кистью с клеем, выгоняя лишние пузырьки от середины к краям. Декорируем бортики подноса с помощью трафаретов и акриловой шпаклевки. Наш трафарет прикладываем бортику подноса и с помощью мастихина наносим шпаклевку. Также поступим и со второй стороны подноса. После просушки поднос нужно покрыть акриловым лаком. Такой поднос делать совсем несложно, и он может стать прекрасным подарком вашим друзьям и близким. Чох сағылыңыз. Чеберельчикле рубрикасындан айрылманыз. Огымызды эн мерахлысы. Динге, біз ұқырыда балалар мүлеймлікні севелер деп айттық. Ибет, ама бізде да жүзей достларымыз бар. Яларға біз не көштереземіз? Білесің ма, менде бойлы дост бар. Ве о яйнымызны бақып, мана бір фікірні айтты. Насыл бір фікір? Тезде айт. О, хабершіклеріні севе деп айтты. Оле олса, достың үчін хабершіклеріні иланытым. Селям алейкум, эфирде хабершіклер рубрикасы. Студияда мен Лейля, ведостым арзы чалышамыз. Мектеп хабарлерінден башлаймыз. Кечелері талебелері арасында бір сұрап кечерілді. Оның нәтижелеріне көре 47% бала мектепінің ашқанесінде берілген ашыларына лезетсіз деп сая. Нені бегенмейсіз деп сұрағанда, олар ашылар яқшы пышмеген тұтсыз деп жауап бергенлер. Яне ашымыға естесіз деп сұрағанда, айна лезетсіз деп сайған ашыларының яқшы пышкен татлы ве яғлар аз жауылғанларын сечел едік деп айтқанылар. Мұна бойлы парадокс. Бір ерлерді сұравларнен ұғырашқан вақытта Мэри Элджин құриетінде Русияның мұшы қаритасыны тізділер. Қарита шығалы олса да, очы қысы сиячыларыны, гүзел ерлеріні зиярет әтмеге ілхамландыра. Ән мүріқлісі шындаке, қарита пейда олған сон, оның мөлфелерінде да бір чоқ режалар келіп башлады. Оларда қаритаға Русияның да бір чоқ мұрылдыған ноқталарыны күрсетінеге реджа әтелер. Астрахан, Самара, Санкт-Петербург ве да бір хач шәресе Русияның мұшықлар пайтақты ұнбанына ярышқанларыны білдірділер. Бүгінге бұл хабарларымыздың әпісейді. Келеджек айынларымызны қачырманыз. Гузель олды, мен білесем достым бұл рубрикасына бегенді. Мен де бұндай менім, чүнке хабарчиклеріміздің алып барыжылары чоқ пайдалы мәліматлар әзірлайыр. Тек оларды гүлде, әпсі мұқбірлеріміз бізні қуандырмаға әзірлар. Бізні қуандырмаға да бір мұқбіріміз ашыққа сиеретеміз. Сәлем алейкум, достлар. Менің адым Саид, ве бүгін біз сізден эксперименттер кечіреджеміз. Ве кәшфілер епаджамыз. Рубрикамызны Знаниум адлы ілми игленджи меркезінде чықарамыз. Оның үчін оларға чоқ сағыл дейміз. Демек, башваймыз. Бізім кәшфілерімізді ажайып профессор ярдым етеджек. Мераба, бүгін насыл кәшфілер кечіреджеміз? Привет, друзья! Меня зовут профессор Адуров. Я рад вам приветствовать катушку Тесла, точнее, трансформатор Тесла, созданный моим коллегой Николой Тесла и запатентован 22 сентября 1896 года. Является он трансформатором, который создает высокое напряжение и высокие частоты. Работу нашего генератора можно объяснить на примере обыкновенных качелей. Если их раскачивать принудительно, то максимальная амплитуда будет пропорционально прилагаемому усилию. А если свободно,
то получается при тех же усилиях амплитуда будет вырастать многократно. Также и с катушкой. В роли качели служит вторичный контур, а в роли прилагаемых усилий, конечно же, наш генератор. Также катушка Тесла преобразовывает наш электрический ток. Всего лишь 220 вольт, которые она получает от розетки, преобразовывает в 500 000 на выходе. Можете себе такого представить? Больше практически в 1200 раз. Ого, нас умерохло. Однако, друзья, это у нас представлен всего лишь маленький клон настоящей катушки Тесла, которая находилась в башне Уорден-Клифф, была высотой 57 метров, почти пятиэтажное здание. И как вы думаете, насколько местным жителям Нью-Йорка нравилось изобретение Тесла? Конечно, оно передавало электричество по воздуху, как он и мечтал. Но, друзья, трещало оно так, что слушать было невозможно. И также освещало все ночное небо своими молниями. Можете себе такое представить? Многие считали, что Тесла занимается мистикой, а вовсе не наукой. Выходное напряжение способно создавать многометровые электрические разряды в воздухе. Или по-другому – молнии. Ага. Но эти многометровые молнии для нас нисколько не опасны. Так как нам известно, электрический ток, он ищет самый легкий путь к выходу. А наша катушка Тесла окружена металлической решеткой или по-другому еще клеткой Фарадея, которая и защищает нас с вами от этих молний. Букатушка нас учалша? А вот это мы сейчас с радостью продемонстрируем. Но для начала нужно выключить свет. Хлопни пару раз в ладоши. Так, ну теперь давай попробуем вернуть наш свет обратно. Хлопни опять пару раз в ладоши. Ай, молодец. Держи мою ионизированную лампу, и давай мы с тобой сейчас проверим, получилось ли у моего коллеги Николы Тесла передавать электричество по воздуху без помощи никаких проводов. А ну, подведи лампу к нашему мини-генератору. Я рад был приветствовать вас у себя в музее, друзья. Но пора прощаться. До скорых встреч! Біз әр вақыт үйлемсе бген балчықлар яндамыз. Көріш кенже! Әлия, сен фархеттің ма? Бүгін біз чоқ рубрикаларымызды қатырладық. Разым сен дейінке, ама кечек досларымыздың үштірігіні да бақмадық. Кел сері дейік. Біз кебе ічмақтамам. Избат әтіп, отырмам. Сегделе жидверінде, қатопінде, огунде. Кемсеге таби ұмам. Шыташқа қой ұмам. Издетлін үнін үшін, әші веғірті мен юм. Күн-күнден бұл рубрикамыздың іштірақшылары әпарта. Бұл яқша әрекет, демек балычықлар ана тілінде шерлер оқымаға бекенелер. Әбет, аферин оларға. Лейлі татамыз есе бізге лұға чықны бақмаға тәкліп әті. Балачықлар, бүгінгі программамызда чоқ мирақлы, ама айны вақытта біраз қиын сөзлер раст келді. Шынды есе оларыны текрарлайжамыз. Азырсыныз ма? Башлаймыз! Хатыра, памет. Хатырлав, воспоминания. Нетиже, итог. Йылның соңы – конец года. Муляйым – милый. Джидди – серьезный. Парлак – яркий. Бұл сөздеріні бір қач кере текрарласаңыз, олар мұтлаққа сізің ақылыңызда қалыр. Лұғатшық рубрикамыздан айрылмаңыз, виана тіліміздің көздел біліңіз. Мен студиямызда да қалмаға істейім. Ама жәнеке эфирдеке вақытымыз соңына етті.
Демек, елны нетиджелерны чектык. Эбет, эм парлах эмерек холда каларымызны хатырладык. 31 декабрь куны біз сіз үчін байрам яйына азырладық. Байрам эфирімізді қачырмаңыз. Көрішкенше!